Один, два, три. Жопа вода три. Я п***л тебя. Блин. Здравствуйте. Здравствуйте, это канал Максимадзе. И сегодня мы вместе с Андреем снова проходим карты по Майнкрафту. И это... Снова карта от Игоря Че под названием «Хитрость». Это третья часть. Так, привет, Джеймс. Тебе снова... И снова пишет твой одноклассник. Ты что делаешь с книжной полкой? Слушай, я не менял путь, но... Это тот коп, что утащил... тебя в лаву и в щели. Блин, какой злой коп, блин. В лаву и в щели. А почему я не сдох? Как? Я рад, что ты жив. Ломай книжные полки. Ага, все-таки. Ломай. Слышишь, можно ломать книжные полки. Полетели. Ломай книжные полки. Что там есть дальше проходное? Ну, опять головоломки. Так, сюжет. Смотри наверх, есть книжная полка в другую. О, а там проход? Ломай. Так, сюжет. Надеюсь, вы проходили первую и вторую часть этой карты. Напомню, меня зовут Джеймс. 30 лет. Мне я давно пытался украсть алмазы. Садили пару раз в тюрьму. Сейчас опять это дело прошло. Я надеюсь, что... Уберусь от всей этой паутины. Все, молчу, черт тихий. Блин, как грамотно написано. Правило. Не ломайте блоки, не ставить блоки, не читерить. Играть на сложности легкая. У нас легкая. Карта до двух игроков. У нас двое как раз. Ломать можно только черную шерсть. Там внутри есть бонусы. Спасибо за прохождение. Ой, спасибо за понимание. Удачного прохождения. Какое спасибо за прохождение, блин. Мы только начали. Окей, ты должен сделать алмазную кирку, а затем сломать обсидиан. Если тут... Тут есть все, что необходимо для этого. Да, у меня в руке оно уже есть. Записка. А, это все я прочитал. Пусть в паутине все застрянет. Так, делаем из этого кирку алмазную. Нафиг мне книги... Я не знаю, нафига мне нужны книги. Уйди. Я тогда пока попью воду. А, отлично. Можешь еще и поссать. Потому что обсидиан я буду ломать очень долго. Давай, давай, ломайся, фига. Да, дебильная, блин. Быстрее ломайся. Ой, да, полетели, я чуть блок железный не сломал. Так, погоди. Что там было внутри? А, книга? Да, книга. Так, если что, наверху есть щель между... дверями и камерами. Через эти щели можно попробовать открыть сундуки. А, я понял, как пойдем. Да? Так, ты за мной. Так, погоди, я хочу залутаться. А, вот так? Меч. А, так, погоди, там вот есть книга, Макс. Возьми книгу на вот. Это пустые. Которая в левом сундучке. И подсказка в другом. Так, мне нужна вот эта штука, потому что я без нет просто. Для тебя я тут кое-что оставил, какие предметы возьми, может пригодятся. Подсказка. Попробуй тем рычагом открыть железную дверь. Ты рычаг какой-то собрал, что ли? Да, сейчас. Так. Сейчас мы применим не по назначению всю вещь. Не, нам надо по назначению все применять. Возьмем, так, возьмем, короче, с собой, а то вдруг устанем. Так, я возьму аварийный выход, ключ попросите у сторожа. При пожаре позвоните в 0... Ой, блин. 911. Грамотный способ пройти, конечно, туда, но мы давайте-ка найдем все-таки ключ. Что у нас здесь? Ключ к выходу. Мне это совсем не понравилось. Какой ключ? Зачем? Вон, тебе нужно сюда же на выход. Короче, выйди во двор участка, попробуй там найди один секретный. Один секрет, он находится под табличкой... С каким-то там номером, короче, вскопай. Хорошо, давайте посмотрим. Так, я нашел. Правда? Я нашел. А ну подожди меня. Нашел. Без меня не, без меня ничего нельзя открывать. А, вот здесь, я так понимаю, была эта самая табличка, да? Ага. А что там динамит лежит? Не знаю. Что там? Там что-нибудь было, нет, в сундуке?
Там была это рычаг там был. А, ну все, полетели тогда наверх. Возьмем давай динамит, потом вдруг в конце понадобится. Так, я беру рычаг, нам он понадобится. Я уже сам забрал его. Не, подожди, мне кажется, не просто так этот динамит был. Давай-ка. Нифига там устроил. Блин, что я наделал? Ядерный холокост. Ядреный холокост, ё-моё. Совсем немножечко беспредел мы тут устроили в тюрьме, но это не самое главное. Главное, что мы живы. Макс, беги! Неужели? Я решил взорвать, мне вдруг это надо, вдруг там проход какой-нибудь нужный. Не просто так, я думал, он там стоял, ты динамит. Ау! Ё-моё! Чё ты там сделал? А, случайно вышло. Чего случайно вышло? Пойдем, тут вниз, говорят, прыгать надо. Как? Ты чё, динамит положил, что ли, сюда? Да. Прыгай в воду. Ой, блин, я не в воду, походу, прыгну. Так, надо в магазин, говорят. В магазин? Какой магазин? Продуктовый, блин, какой. Так. О, тут картошка есть. Давайте соберем. Было бы очень неплохо. О, розовая овца. Было бы очень неплохо. Я заскриншот исключительно. Отойди. Я хочу заскринить это дело. Да? Андрей любит розовых. Походу. Розовых. Ненавижу розовых. Так. Так же, как я ненавижу хаги-ваги. А это что такое у нас? Красная что пыль, диалог. Так. Что за диалог? Ой, зачем я обратно положил? А, это диалог. Здравствуйте. Тут есть у вас тайник в деревне? Да мы в колодце. Спасибо. Опять не вылезь, блин. Ну, до свидания. До свидания. Так. Подсказка. Блин, ну тут нигде печки нет, случайно? Не. А, это фигово. Я хотел картошки там пожарить. Так, ну вот, колодец, я его нашел уже. Пожрать бы, конечно, не помешало бы вообще. Да, сырую картошку есть, это отстой. А мне нравится сырая картошка, порой. Я имею в виду, что она хилит очень медленно. А, ну чё, ты знаешь, где колодец тут или нет? Ну да, там до церкви идешь, в церковь, я думаю, ты найдешь нафиг. Хорошая шутка, давай иди сюда, блин. Тут колодец в деревне. Прыгай в него. Нам надо туда. Я уже прыгнул, я его нашел. А, ты здесь сюда. Уже, ё-моё, я думал, ты там где-то шаришься. Так я тебя нашел, блин, ё-моё. А чё в этом сундуке? Раньше. А что это за сундук? Там что-то было внутри? Не знаю. Вопрос, как мы будем дверь туда что открывать? Я не знаю. Верстаков. О, нет. Меч этот верстак. Пригодится нам. По-любому. Красная пыль, не знаю, нужна ли нам красная пыль, но на всякий случай возьму. Нам надо булыжник накопать. Мне кажется, где-то. Хаба. Палка. Нужен булыжник. Блин, проклятая паутина. Прослушать запись копа. Ну привет, Джеймс, я уже сделал замечание, как твой одноклассник помогал тебе бежать через мои головоломки. Ты же знаешь, я бизнесмены имею целые шахты, но не думай, что ты лучше меня. Я решил, что тебе... Чего? Плевать на это! Я потерялся, где? Так что либо вернись в тюрьму, а я решил, что... Опять не там. Ты... Да блин, где я остановился-то, неважно. Вернись в тюрьму, либо выбирай сам свой выбор, который неправильный. Я дал тебе последний шанс.
Я старший офицер и принимаю свои решения. Мне 39 лет. Позволь обратно мне дать правильный для тебя выбор. У тебя есть целый день. А только отдыхаю в этой комфортной комнатке. О боже, мои светлые яйца. Джеймс. Я по этой схеме продумал путь. И думаю, ты будешь выходить снова, что опять глубокое место. Пошли, блин. Как же этот коп меня достал. Постоянные унижения, мерзкие угрозы. Максимадзе никому не угрожает. А куда нам надо? Не знаю, тут какой-то проход есть. Где? Тут. Здесь, что ли? Нифига. Да. Блин, ну фиг что увидишь, блин. Я так понимаю, Андрей уже рычаг это сделал, который нам надо. Там дурацкая паутина, я ее ненавижу. Следовать по желтой линии. Тут опасно даже от стор. А, осторожно, монстры могут быть. Ладно. Служебное помещение, ну-ка. Отправить запрос на вход в служебное помещение. Думаешь, тут все так просто? А вот и нет. Прощай. Блин, 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 блин. Пипец, блин. Вот лично от меня. А, зомби. Блин. Я все равно туда проберусь. А, там нифига нету. А, то есть он не настолько тупой. Макс, у нас есть две новости. Да, я до тебя еще не добрался. Желтая линия закончилась. Ну не заблудись тогда. Смотри, под табличком направляйся. Блин. Да ничего страшного, здесь ничего не было. Правда? Жизненно важного, да. Жизненно важного-то никогда здесь не бывает. Склад добычи, комната охраны, номер 11. Ты туда не идешь, Джеймс. А. А, я не тем голосом говорю. Ты не туда идешь, Джеймс. Посторонний вход запрещен. А мне срать на ваши правила. А, там ничего нет. А, черную шерсть можно же ломать, да. Ничего нет. А, бонусов тут не оказалось почему-то. Так, ладно. Я ж тебе сказал, иди вправо. Вправо. Заброшенные. Опа, еще опять динамит. Так, тут какие-то наковальни есть. О, сюда иди, сюда иди. Неужели? Да блин, ё-моё. Здесь что-то еще есть, Макс. Правда? Да. Какая-то дверь, не пой... Опа, она. Что случилось? А вот нас перебросило куда-то. Эй, ау, Джеймс, проснись! Ты проснулся? Вот и слава тебе Богу. Я срочно хочу кое-что объяснить. Прошло 20 долбанных лет, и ты все эти годы провел в кровати. Устую, я все осознал, и ты тоже. Мне уже 59, я постарел. А, подожди. Ты провел эти годы в кровати, пустую, я все осознал, ты тоже, я так подумал. Короче, я хочу тебя выпустить на свободу. Только если пройдешь мое испытание, я хочу твою волю проверить. Ой, силу. Потом дам шанс, чтобы ты не крал алмазы, так что выходи. Как видишь, по моему голосу я уже немного постарел, мне сейчас 59 лет. Я уже полковник, и меня охренеть как повысили. Бизнес я потерял, но у меня осталось всего... А, 2000 долларов. Буквально на следующий день после того, как ты зашел в ту комнату, я на смертную казнь отправил твоего одноклассника, и прошло 20 лет. Мой одноклассник! О, как я тебя убью, как только найду тебя, блин. И теперь ты осознаешь свои поступки, сейчас тебе 51, человечество продвинулось. Астероид офис не упал на землю, так что скоро иди по путям, больше тебе ничего не скажу. Пошел нахер. Короче, я так понимаю, мы легли в кровати, тут все нафиг.
устарелый, настолько и так удачно постарело, что мы получили проход. Ну что, там идешь, нет? Да, только сейчас разберусь, куда нам надо идти. Так, сколько туда? Погоди, туда, пошли попробуем туда. Так, погоди, что там? А, стой, погоди, правильный путь, неправильный путь с бонусом. Ты хоть нашел бонус в черной шерсти, да? Он позади был. Где позади? Там, куда? А, неправильный путь с бонусом. Хорошо, давайте посмотрим, что там находится. Золотой нагрудник, золотое яблоко, золотой шлем. Не знаю, нафига они мне нужны. Но так и быть. Так, здесь закрыто, так, здесь закрыто. А, тут лестница есть, пойдем. Да бери ты ее. Че-то она не берется, ну и ладно. Я лезу куда-то наверх, непонятно мне место. Заколоди с собой какой-нибудь блок, мне надо. Сейчас. Ну, я какой-то вверх вылез, и тут ничего нет в сундуке. Так, вот здесь действительно ничего нету. Да. Я тебе сейчас покажу, как шутить со мной. Кого отдать? Пару блоков мне. Будем что интересно, здесь... куда это ведет дорога. А, и что, что здесь надо сделать? Я не знаю, что здесь надо сделать. Тут кнопки какие-то. А, подожди, что-то открывается, по-моему. Погоди, попробуй эту кнопку, которая около меня здесь, внизу. Внизу? Вот это что? Другую. Ли? Нет, другую. А где? А, вот это? Да, что-то открылось, мне кажется. Так, ну вот этот блок ты сюда сам поставил. Не, подожди, мы как-то по-другому должны были это пройти. Без этого блока. Ну, я тут хочу полазить, вы думаете. Оп. Почти. А, вот, подожди, тут еще черная шерсть. Где черная шерсть? Еще бонус. А, тут 4 золотых яблока и лук со стрелами. Так, это канализация. А, вот еще черная шерсть видна. Так, мне надо яблоки эти съесть. Золотое яблоко, 4 стрелы и фул железо. Броня. Да. А, тут, помню, тут какая-то ветка метро, типа. Ладно, короче, что-то мне непонятно, как вот это место проходится. Игорь Че, напиши, что здесь надо было делать, я что-то недопонимаю. Кнопки я так и не... Блин. Ой, блин, короче, давайте гейм-модис включим. Так. Это канализация, перейди тебе тюрьма, в которой ты сидел. Короче, бери вагонетку, едь туда, куда тебе ранее сказал. Так, о, Макс, здесь будет жесть какая-то, походу. Правда? Да, тут... комплекты прям этого брони хороших такие, яблочек несколько штук. Окей, сейчас разберемся. Так, возьму колоколок на всякий случай. Меча выброшу. Нет, куда? Ну нахер его, короче, пусть едет. Там где? Блин, что я натворил, а? Я не знаю, что ты натворил. Блин, я сейчас, походу, тут пожар сейчас начнется. С чего так? Я лаву сломал там. Да пофигу. Сейчас будет жесткое испытание, так что бери все. А, что у нас? Нихрен! Макс, нам нужна помощь, так, освободиться. Рычаг. Так, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Неужели? А, я понял, ты при каждом открытии, короче, спавнится по одному зомби. Какие зомби?
Молоко тоже возьмем. И, короче, у тебя там, я смотрю, реально жесть началась. Ну, мне и кажется, сейчас я надо едино. Стой, подожди, нам надо заманить в одну кучу. А, понял. Я сейчас один угол заманю, погоди. Дамы и господа, начинается... Блин, ну... Мелкого гаси. Ни хрен. Мелкого гаси. Ой, ёп. Блин. Да, так. А, Макс, ты гениально поступил, просто. Не нафиг. Это тебе там кто-то крикнул, что ли? Тут же это... Не, реально. Да блин. Стреляют, заразы. Полицейские дамы и господа, мы всем церемонию женщина. О, да. Нажимай кнопку. Я, блин, меня зажали просто в углу. Меня еще и отравили. Так, попробуй, а, это ведьма отравила меня. Я не могу. Хочу. Так, так, секундочку. Я, кажется, немного догоняю тему. Вот эти рычаги нам надо открыть. Да. Давай убираться сюда. Я бегать не могу. Меня отравили. Но это уже... Я такая же. Я понял, что надо сделать, только мне только монстры не дают. Да мне прыгнуть мне туда. Давайте с ним раздавим немного. Так. Так, хорошо, я знаю, что надо сделать. Попробую. Это уже сделалось за меня, походу. Да блин, ну что делать-то? Я... А что бомбануло? Это крипер, что ли? Да фиг знает, что бомбануло. Ой, хрен с ним, короче, ну нафиг. Я валю отсюда. Господи, так, нам надо как-то открыть дверь. А у нас дверь не открывается. О, я понял, в чем я ошибся. Макс чем сломал, что не надо было. Так, жесть, короче, в общем-то. А, вот нам сюда надо было. А, тут дверь еще не открылась одна. Погоди. Оба. О, я нашел выход. Блин, нашел выход. Сломали компаратор один. А, Макс, жесть, земной монстр пошли. Ты прошел мое испытание, вот могила твоего бывшего одноклассника Марка, блин. Джон Леннон. Теперь я тебе подчинюсь денежным делом. Ты можешь скопать руками или в сундуке лопату найдешь. В этом гробу у Марка много изумрудов есть. Либо выбирай изумруд, либо без изумрудов. Ну и чё там? Ну, там внизу там никаких изумрудов. Там изумруды были, я уже на следующий. О, динамит! И две книжки, я должен их взять. Так, разгляжу пока всякую фигню отсюда. Так, блин, убрать эти таблички надо. Так, мне нужен еще сундук, который можно сбросить, не знаю. Ну что, пошли, взорвем это все. Подожди, надо. Я так понимаю, автор сам хочет взорвать это все. Оценка 5, моя оценка. Фига, он 60 лет прожил, что ли? А, кстати, мы... Похоже на то. Да что, ты нажал оценить карту-то? На карту, ну, оценить карту. Ну, надо на кнопку нажать. А, типа кнопку? Ну, пусть будет пятерка. Пойдем. А табличку ты не прочитал тут. А что там? Оцени карту. Ладно, давай взрывать карту. И начнем, пожалуй, с отсюда прям. Ну, я тоже думаю, отсюда начать. Один. Так, ну что, я думаю, тут начать только. А, блин, надо было... А, они же не взорвутся, давайте прочитаем. Оп, валим отсюда.
Ой, ладно, неважно. Андрей там уже бомбит. И, кстати, я не прочитал книги, которые там были. Сейчас бомбанем сильнее. Спасибо за финаль, за прохождение финальной части карты Хитрость. Продолжения не будет. Это реконструкция и переделка сюжеты старой карты Хитрость от Игоря Че. Название YouTube канала Игорь Че. Чтобы прочитать дальше, нажми на стрелочку вот тут. Пожалуйста, поддержите хотя бы 25 рублей. Скоро будут карты по мотивам порт. Номер его кошелька. Желаем вам удачи в прохождении других карт. Скоро будут карты по мотивам игры порт. Окей. Ну 25 рублей это немного, может быть, я даже тебе переведу их туда. Может быть. Может быть. Это как раз таки простой вопрос тот самый. Ай, ай, задело меня. А чё, оно не все взорвалось-то? Надо бомбануть всех этих монстров отвратительных. Ника, сейчас хочу попробовать. Так, как бы еще будет все отсюда. А, ох, смотри, сколько опыта тут выпало. Чекай. А я два уровня уже прокачал. Шестой уровень. Седьмой. Короче говоря, карту мы прошли с вами. Но мне кажется, мы ее не полностью бомбанули. Надо еще. Сейчас меня забьют нас, мне кажется, сейчас. А ты чё ж ты гейммод-то не включил? Тюрьму взорвать надо. Вот что нам надо бомбануть. Тогда я что забыл в воде? Ну мы тут уже бомбанули один раз. Давайте продолжим это дело. Вот тюрьма, это самое главное, мы ее должны бомбануть 100%. По полной программе мы ее бомбануть должны. Просто по полной программе. И тем самым освободить узников. Ну а теперь, справится ли один дневник? Справился, да. Освободили узников. А, нет, они все сдохли. Грустно, но зато мы освободили души. О, ну взрыв, на удивление, не задел деревню. Закололся до смерти. Блин, чем же ты там закололся, мне вот интересно. А, об кактус. А, об кактус, я уже думал, не дай бог ты там какую-нибудь... закладочку нашел. О, вот это отвратительное место надо взорвать. О, отлично. Все? Что у нас там? Вот так, все, сейчас я его. Не знаю, где Андрей, давайте лучше тпшимся к нему. ТП. Опять Андрей заколол. Ай. Чего Андрей опять? Андрей Пи 2018, хотя сейчас уже давно не 2018, это интересно. Смотри. Да чё, дебил что ли? Хватит делать это. Давай-ка лучше сделаем это вот с кем. Я нашел этого. Так, погоди, чё ты там нашел? Блин. Чё ты делаешь, ё-моё? Чё ты там нашел? Я нашел копа этого, давай его. Вот он, этот коп, который нам досаждал. Мочи нахер его. Сейчас он отведает у нас силушки богатырской за все, что он с нами сделал. Все, труп в лаву его, все. Спалим его. Так, уничтожаем кактусы, чтобы он
Андрей реабилитировался. Ну, короче, ладно. Карту мы прошли. Полицейского этого сраного убили. И давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вас и... Андрей! Чего? Хватит уже так делать. Всем спасибо за просмотр. С вас и гос. Подписывайся с нас. Эпичные видосы. Ждем от вас обязательно новых карт. Ссылка на карту, а также на первую и вторую часть будут в описании. Три в одной сразу. И... Я тебе сейчас сам мечом долбану, если ты таким будешь. Давай, завершаем. Всем пока. Пока.